кротево священное или религиозное дерево. Большое цветущее растение, относящееся к семейству каперсовых. Это растение часто называют паутинным деревом, потому что его цветы имеют вот такие вот вытянутые длинные тычинки, похожие на лапки паука. Само дерево может достигать высоты 15-20 метров и является сильным медоносом. Часто высаживается возле объектов культурного и духовного наследия, отсюда собственное название кротево религиоза. Вот такое замечательное дерево.